заросшей дороги лесной мы идем к потаенной земле, где лишь ветер качает березовый крест, только прах, только пепел, блики зеркала лет. Отражение тех дней, пусть свидетелей нет ни своих, ни чужих. И навзрыд плачет дождь о далекой войне и о тех, кто убит и забыт на земле. Отзовется ли в нас крик души, боль сердец прошлых лет, прошлых лет, прошлых лет. Спасибо, Господи. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лавровские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Константин Сигирский. Здравствуйте. Такая хорошая песня, задумчивая. Сразу как-то, ну, музыка так действует, и мелодия, и текст. Какой-то действительно уносишься, какие-то воспоминания, какие-то дали. Вот как она родилась, Костя? Это твоя, да, песня? Да, и слова, и музыка, да? Музыка, да, да. В данном случае, да. А вот достаточно иногда одной секунды, главное ее запомнить. Угу. Ощущение. Момент истины, да. Ну, может быть, и так можно назвать. Во всяком случае, вот, тут чувствуешь, что в тебе что-то вот как семечко упало. А дальше вот, у тебя же так же, да, мы созванивались, как ты говоришь, как батюшка, говорит, что-то там растет внутри. Вот ты ощущаешь, как растет. Угу. Самое главное, чтобы эту песню можно было назвать песней, значит, смысла нет, опять-таки. Но для этого позади много лет редакция, потому что у меня супруга серьезный редактор. За 10 лет она 2 раза бровь подняла на мои тексты. Так. Для этого надо быть Есениным, Блоком. Ну, я уж не говорю о Мальдештаме, Цветаевой, Ахматовой. Да. Вот такой уровень только воспринимается. А тут что ты пишешь? Ну, говоришь, что вот это слова для песни. Но все равно это должен быть уровень какой-то, хоть маломальский, да, грамотно. Ну, за 15 лет, кажется, что-то стало понемножку получаться с большим трудом. Ну, Господь видит, что ты, стараешься и дает откровение. Ну, что за дорога-то такая все-таки забытая? Ну, это посвящена павшим отступающей армии Единича. Гвардейская армия. Где она дорога? Где? Она в Эстонии находится. В Эстонии, да? Да. Ну, такой проселок небольшой. Угу. Там большое, ведущее к большому захоронению.
Там только две могилки медсестры. Практически это безвестная могила. Я решил написать песню, просто вот пахнуло, что называется, в душу. Прочувствовал как-то. Да, оно быстро достаточно все пришло. И текст, и музыка. Кажется, хорошо. Органично получилось все одно с другим. Да, можно сказать, секрет творчества. Ну, мы в том же духе, да, продолжаем передачу. Больше музыки. Да, ну вот теперь я раз тоже строй, чтобы не крутить 10 раз гитару, сыграю, вот не уходи, еще побудь. Ну, такая минутка вдохновения или... Ну, это что, романс городской или что? Да нет, она вот как раз в более жестком, да? Для молодежи, так скажем, 60-х годов. А по названию похоже на романс. Не уходи, еще побудь. А, ну да, да. Не уходи, побудь со мной. Машка, конечно. Не уходи, еще побудь. Повремени мгновение. Но стрелок дней не обмануть мое к тебе стремление. Ловлю летящую звезду и вижу бесконечность. И я живу и не живу, когда так близко вечность. Дышу я этим ароматом звезд и поперек лечу орбитом, и плавится за мною лед, и слышу в сердце солнце ритм. Ловлю летящую звезду и вижу бесконечность. И я живу и не живу, когда так близко вечно. Не уходи, еще побудь, повремени мгновение. Но стрелок дней не обмануть мое к тебе стремление. Тебе стремление. В хороших традициях. Я немножко ее сократил и концовку на ходу сделал по-другому. Немножко чуть не сбился. Ну, экспромт. Ну, вот. Но творческая мастерская, батюшка. Продолжается. Да. Чем она интересна? То мы на живую нитку все делаем. Ну, помнишь, как утром сочиняем, вечером уже на сцене поем. Ну, интересно. Это она еще тепленькая. Но, с другой стороны, это хорошая, опять-таки, практика. Чем наша площадка была интересна людям, можно было проследить развитие творчества какого-то музыканта. Ты же тоже продолжал сколько и продолжаешь писать. Да. Интересно следить, каждый раз новую песню услышать, когда она написана. Ну, у меня был период, тоже много песен было. Именно благодаря мастерской они рождались. Вот для этого она и существует. То, что смотришь один творческий, другой творческий, а ты что-то не творческий. Тебя это как-то заедает. Кто-то догоняет, да? Да. Ну, и вдохновляет. Друг друга вдохновляют люди. Прежде всего, да, вдохновляет. Ну, вот живем среди людей. А с другой стороны, вот мы год, наверное, говорили, не виделись, тоже было в этом какой-то смысл. Чем? Ну, год мы с тобой не виделись, да? Было вот интересно потом встретиться, а вот что-то все-таки... Когда близко не видно ничего, да, так вот уже сравнить, да. Что было, что стало, обменяться сразу таким большим блоком уже идей. Я один раз знакомого встретил, он с бородой все время ходил. А вдруг я его год не видел, а он идет теперь без бороды. И это было так смешно. Я так смеялся. Его очень смутило своим поведением. Он такой смешной без бороды. А он уже привык.
Ну, и люди уже свыклись с этим образом, а вот мы не виделись. Ну, тогда это шокирует, бывает, расставание, что-то с людьми меняется, а люди уже погружаются в другое состояние и себя уже не видят. Но вот в данном случае, ну, рост наблюдается и по текстам, и по музыке. Хотелось бы исполнить сейчас композицию «Предчувствие алых парусов». Как такое бывает? Ну вот придумалось таким образом. Ну, для Питера это вполне возможно, такое предчувствие. Да. Ну, этот сам этот фильм «Алые паруса» мне очень нравится. Ну, благодаря одной буквально открытке я написал эту композицию. Да. Все буквально по тексту. Стоит девочка, сзади у нее кукла, стоит она у моря в белом платье. Вот и все. Казалось бы, ну что, ну, здесь мне увиделось то, что сейчас поем. Тебя и к родным и далеким твоим приплыву к берегам. Там я встречусь с тобой и останусь уже навсегда у зеленого, синего, синего, синего моря на горячем песке. Слова договаривает музыка, а вместе они, в общем, работают на 100%. Это опять-таки одно с другим соединяется органично, о чем мы уже говорили. Но без этого, если, скажем, мы уже знаем достаточно известный стиль, и вдруг тогда духовный текст, совершенно как бы получается диссонанс, да? Ну, не знаю, я не критик. Ты, по крайней мере, попробовал, да, так, соединить. Да, поэтому я говорю, что интересно на слова писать других авторов. Ну, тот же вот Есенин, да? Я попробую сейчас вот вспомнить песню. Душа грустит в небесах, она не здешних, ни в жилицах. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится, то сучья золотых стволов, как свечи теплются при тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной.
Но не стряхну я муку эту, как отразивший в водах дол, вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами в хребтых пьющую луну. О, если прости глазами, как эти листья в глубину. Душа грустит о небесах, она ни здешних, ни в жилицах. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится. Хорошая песня. Вот так получилось. Спасибо. Это старая песня, уже лет 12. Ну, ты аранжировочку так добавил, там кое-что, да? Ну, да, чуть-чуть работал. Ну, это я имею в виду, что ну, там какие-то с новыми достижениями. Я... Ну, может, ты что-нибудь сыграешь? А? Ты что-нибудь сыграешь? Я сыграю, я даже не знаю, что играть. Я же играю, у меня сейчас ничего... Вот у меня сейчас новую песню пишу, могу поделиться. Это же как творческая мастерская, да? Да, да, да. Ну да, хотя бы часть ее. Хотя бы часть, да. Куплетик спою, все-таки мы же... А я приготовлю тоже. Вот. Угу. Несколько дней этой песни, я вот рискну сейчас перед телезрителем ее сыграть. А я вот сейчас сыграю... Обменяемся мы с тобой. Песню попробую, которую я сейчас пишу. Угу. Ее никто еще не знает, и чем она кончится, тоже неизвестно. Интересно. И она на двух аккордах. Простая, я не знаю, там, может быть, погаснет у меня даже экран. Хоть я и упал, но я не потерян для этой любви. Согревающий мир, и так до креста не верен, но верен. Живи, не живи, но готовься на пир, а там на пиру много званых, незваных, и я среди них. Печален и тих, светильник беру у юродивых странных и жду поутру, не придет ли жених. И так далее. Она все как бы дальше раскручивается. Следующий куплет и следующий. И он... Там потом модуляция, видимо, что должна. Да. Должна быть модуляция, да? Возможно. Я так чувствую. Да. Модулированный ход должен быть. Вот такая песня. Забытым ты цветешь в саду. Краса твоя не на виду. О чем ты думаешь, тоскуешь? В саду ты завтра будешь. Прощай, твоя пора пришла. Позолотятся скоро листья, но ты спокойна и стройна. Смиренно входишь в осень жизни. Свечи
и сгоревший струйкой дым. Взмывая в небе, тает. Прощай, твоя пора пришла. Позолотятся скоро листья, но ты спокойна и стройна. Смиренно входишь в осень жизни. Господи, это тоже из какого-то цикла, да? Нет, это вот, он, может быть, он сойдется с какими-то песнями, соединится, и будет опять-таки цикл. Чем практически сейчас так и получается вот, в последнее время. Материала достаточно. Ну, если это лирический цикл, ну, я соединяю несколько песен. Там, например, там, вот, то, что в диске там было раньше. Разные песни. Ты убогая, у тебя теперь неторопливый шаг. Стала ты не белая, а желтая. Жизнь твоя прошла за просто так. По полям ты не бежишь, не скошены в ту лесную даль среди берез. Помнишь ты себя красивой лошадью, а теперь и не взглянуть без слез. Встречу эту осень на прощание, и в последний день, как в первый раз, в этот час назначенное свидание, в облаках ты скроешься из глаз. Золотыми простучишь подковами, обернешься на своем бегу. Я тебя такую помню с молоду, белую хорошую мою. Эх, моя лошадка ты убогая, у тебя теперь неторопливый шаг. Для меня же ты дороже золота, жизнь твоя прошла не просто так. По полям ты не бежишь, не скошены, что ж, ту лесную даль среди берез. Помнишь ты себя красивой лошадью, а теперь и не взглянуть без слез. И веселая, и печальная песня. Вот ты правильно. Иногда, иногда казалось, что это про меня. Да? Да. А я про себя писал. Про себя? А каждый думает, а супруга у меня, ты что, про меня написал? Да нет, нет, нет. Это действительно так. Я сам не понимаю, как получилось. Ну, видимо, тоже в репертуаре должны быть такие песни. Да, безусловно. Я... Тут еще есть, но я говорю, в формате одной-двух передач все не уместить, к сожалению. Но, может быть, тогда не последняя встреча. Еще есть песнопение для души. Ну, действительно, да, там. Ну, конечно. Думаю, можно будет включить там песни еще. Мы будем встречаться время от времени. Ну, раз мы начинали, значит, должны какую-то все-таки почаще встречаться. Ну, хотя бы раз в год, да. Что-то набирается. Ну, не будем загадывать. Как ну, было, еще, да. Может, совместный концерт удастся сейчас здесь, в Петербурге. Батюшка, а у тебя же юбилей скоро? У меня юбилей 60 лет. Я по секрету скажу, 60 лет, да. Но я скажу еще, где это будет? 4-го? Большой зал Дзержинки, ДК, да? Угу. На Полтавской? На улице Полтавской. 12. ДК, ну, да. Дзержинского. Ну, это... В начале февраля. Там 1000 человек в зале. Я думаю, что места всем хватит. Может, люди приедут и с других городов тебя поздравят. Не знаю. Приглашаю очень, ну, всех, кто и участвовал в передачах. Ну, многих музыкантов. Прежде всего. Знаменитых и незнаменитых. Ты же с Шевчуком был много лет знаком.
Да, до сих пор. Он до него не дозвонится. Может быть, он услышит эту передачу, или ему передадут. Давай тогда. Да нет, он сейчас пишет. Он пишет новый альбом, я узнал. И он включил просто. Мы приглашаем, во всяком случае. Да, приглашаем всех. Я многих кого приглашаю. Но я не ожидал, что это в этой передаче прозвучит приглашение. Ну, все-таки информация. Ну, мы же хотели все не договариваться заранее, о чем говорим, а все вживую, да? Такая необычная передача. Как обычно, необычная. Как в жизни. Да. Ничего не придумывали. Все. Живой звук. Передача заканчивается. Боже всем помощи, ангел-хранителя. И всего самого лучшего. С нами был Константин Сиверский. Всего доброго. И я, священник Анатолий Першин. Спасибо вам. Лаврские встречи. За внимание.